Очень часто в нашей жизни случаются моменты, когда помочь в решении той или иной проблемы может лишь чудо. Будь то беда, внезапно постучавшаяся в дверь, или болезнь, поселившая в дом необъятное горе. И такое чудо уже практически год совершает божественный лик Богородицы Всецарица, уверены служители Свято-Илинского храма. Золотые изделия, увесистые гирлянды, украшающие и без того живописный лик Богородицы Всецарицы, они что иное, как людские благодарности за совершенные чудеса. Привезенная в Свято-Илинский храм еще год назад, эта икона стала не напрасной надеждой для десятков отчаявшихся побороть свои недуги при помощи средств традиционной медицины. Город молодежный, атомная станция такая огромная, а болящих людей, тем более онкология здесь, как он по свидетельству онкологического института Ростова, каждый третий, говорит, Волгодонска. Каждый третий. Просто ужас. Огромное количество. А люди уже такие, уже даже от которых отказались даже и доктора, врачи. Ну, ничего не могут сделать. Они же не всесильные. А куда, где утешение искать души своей? Чудотворную святыню в Волгодонск привезли в мае прошлого года. Тогда желающих прикоснуться к лику едва уместили стены храма Рождества Христова. А уже после сотни верующих крестным ходом, двигаясь по центральным городским магистралям, припроводили Всецарицу в строящийся на берегу залива Свято-Илинский храм, где икона и находится по сей день, каждую пятницу собирая десятки людей не только из Волгодонска, но и из других городов. Господне, явися нам, благословен ряды во имя Господне. Икона Богородицы Всецарица была написана монахом-отшельником на Святой горе Афон в Греции по просьбе служителей Свято-Илинского храма и на пожертвования верующих. Именно эту святыню в православном мире считают чудотворной и исцеляющей от онкологических заболеваний. И вот такое чудо совершается почти каждый раз, каждую пятницу в нашем храме. Мы служим молебен в 9 часов утра. С акафистом и освящением воды. Помазываем святым маслом, которое монахи нам подарили для помазания людей, которое освящено на оригинале образа Матери Божией в Отопецком монастыре. И вот эта икона там находилась в течение месяца, освящалась там. И вот монахи просили передать всем людям, что это даже не список иконы, а именно оригинал, потому что даже и по чину освящалась она. И стояла, где находится оригинал Матери Божией Всецарицы в Отопеде, в этом храме. Кто-то верит в чудеса, кто-то считает рассказы о чуде лишь результатом бурной фантазии. Делает выводы для себя каждый сам. Однако с уверенностью можно сказать одно. Божественный лик Всецарица дарит людям, пожалуй, самое главное – надежду на лучший исход, веру в светлое будущее и любовь к жизни. Анастасия Дубас, Сергей Овчаренко, новости АВТВ.